Доброго времени суток. Сегодня у нас наш сафари. И это наш от Кизляр Суприм. Вот такая гравировочка на ножнах. Интересная. Рукоять сразу видим из корня ореха. Сталь серийка. АОС-8. Покрытие Stonewash. То есть это не зеркало. Линзовидные спуски, лазерная гравировка, видим животное, и вот такая также нестандартная гравировка названия ножа. Ну, full tank, рукоять корень ореха, здесь имеется тоже такая вот канавка, да, для удобства хвата, для надежности хвата, который придает определенную индивидуальность данному ножу. Ну, здесь стандарт, логотип компании Kizler Supreme и форма клинка. Такое основание возвышения. И здесь немножко после чего идет понижение по уху. Такой туристический нож от компании Kizler Supreme.